Знаете, я думаю, что это мировой заговор. Я думаю, что они хотят, чтобы мы больше тратили денег, чтобы мы больше налогов платили. На эти налоги они будут строить 5G-вышки, а потом они нас всех чипируют и починят. Халыққа, халықтың жағдайына, вообще халықтың на самом деле қалай өмір сүріп жатқанын соның бәрін зерттеп, и және ауыл шаруашылығына көңіл бөлетін едім қазіргі заманда. Енді біз баяғыдан бізде жаңағы мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін қазақ елі, мне кажется, вот сол мал шаруашылығын дамытсақ, ол ұтылмайтын нәрсе деп ойлаймын. Қазіргі сұрақ министр болсаң деген сияқты ол жатыр ғой. Мысалы, бір сериал шықты ғой Украинада. Атын ұмытып президент болатын Зеленскийдің президент болып жатқан «Слуга народа» да. Мысалы, сол жерде көрсеткенде қалай бәрінің тұрған тұрыстарын. Мысалы, бізде де сондай қиыншылықтар, сондай проблемалар бар деп ойлаймын. Сол кино болса да, ол негізі біздің өмірде бар нәрсе. Шындық. Шындық, иә, ашты шындық. Халыққа жақын болу үшін бүкіл мысалы, не бар соң бәрін басынан пересмотреть дейді ғой. Басынан қарап, бәрін бетін ашып, халыққа жақын болып, халықтың жағдайын өзін прямой сұрап, содан бастап жұмысты жүргізу керек деп ойлаймын. Во-первых, это потому что инфляция, то есть обесценивание тенге влияет. Во-вторых, нефть, то что тенге привязано к нефти. В-третьих, у нас даже элементарно своего производства нет внутреннего. Мы все берем с других стран, покупаем. Вот. В этом и загвоздка. Ну, если говорить коротко, я бы просто запретил рост цен. Вот. Но если отвечать как-то более развернуто, я бы, наверное, сказал, что людей больше беспокоит подорожание продуктов питания, в первую очередь. Вот. Основной фактор подорожания продуктов питания – это плохие климатические условия в этом году. Вот. И я считаю, что лучшее решение для этого – это теплицы. Поэтому я бы накрыл весь Казахстан большим куполом, как в «Симпсонах», и создал бы одну огромную теплицу. Тогда бы продукты не дорожали. Картошка, картошка, жаңағы, еще такси бар, бағалар өсіп атыр. Оның бәріне негізі үкіметте кінәлай беруге болмайтын сияқты. Кажется, халықтың өзі де кішкене бізде қазақстанда лишь бы заработайды. Вот кеше, например, таксидің бағасы көтерілді, и даже таныс жігіттер, давайте таксовать етейік, заработаем. Кішкене коррупцияның да иісі бар сияқты деп ойлаймын, өйткені біз өзіміз күнделікті көріп жүрген нәрсеміз ғой, коррупция бізде везде деген сияқты. Мен өзім нақты айта алмаймын, бірақ әр жерде қай салада болса да, мысалы, біз қазір үстіден бастап келе жатырмыз ба, үстіден бізге дейін ортасында бізге мәлім емес бір дүниелер бар сияқты. В первую очередь, наверное, акцентировал бы свое внимание не на экспо, не на керуен-сарай, да, а именно построить заводы, которые в дальнейшем нас же будет обеспечивать всем необходимым, что нам нужно для повседневной жизни. На 5 фейерверков во время пандемии из 5. Я думаю, глобальная проблема Казахстана – это менеджмент. Соответственно, нам не хватает хороших топ-менеджеров. И это основная проблема нашего правительства в том числе, да? Потому что мы можем наблюдать и неудачные инвестиции из нашего пенсионного фонда, неудачное распределение средств в целом. Как-то так. В целом, если говорить прям уж серьезно, то не очень. Бис. Тёрт. Былай қарасаңыз, біз жақында ғана, мысалы, жаз келді, да? Например, да, жаз келді, қыдыру керек. Біздегі туризм онша дамымаған. Жақында қатты үлкен жаңалық айтпай, кішкентай жаңалық айтсақ, Хабиб келді, Хабиб айтты. Қазақстан не то что мировая арена, Россияның деңгейінен UFC-да мысалы 5-6 жыл қалқаптыздар деді. Сол сияқты өнер саласы, біз шүкір Димаш, қанша біздің елеріміз алдыға шығып жатыр. Бірақ
оларды бізге көтеріп беріп жатқан біз емес, шетелдіктер. Қытай, Ресей, Америка тағы басқа да. Неге біз өзіміз соны істей алмаймыз? Сол себепті барлық салада бір өзінің сондай нелері бар. Біздің қазақ халқы шүкір мықты, мысалы шахмат болсын, ән болсын, не болсын бүкіл жерден алып жатырмыз, бірақ өзіміз емес, көбінесе шет жақ арқылы. Сол проблема. На 4 с минусом, потому что вроде бы тратят такие миллион, многомиллионные, да, суммы колоссальные, а толку никакого. Я считаю, да, но не за такие деньги, оно уже очень дорогое. Плюс оно, во-первых, дорогое, во-вторых, оно за заемные деньги делается. Вообще нужно, я считаю, это очень удобная вещь. Тем более в Астане в целом, я считаю, проблема с инфраструктурой транспортной. Ну, ЛРТ в какой-то мере это решит. Тут нужно смотреть на аллокацию бюджета в целом. Да, нужно перераспределять, я считаю. Потому что ну, делать из своих тоже тяжело, но при этом 100% на заемные — это слишком дорого, я считаю. Ну и плюс политические риски дополнительно появляются. Все-таки мы, насколько я знаю, у Эксимбанка берем, у Китая деньги. Я бы, наверное, перераспределил как-то средства и хотя бы там, ну хотя бы там 10-20% от проекта можно было бы покрыть, да, как у нас, например, с республиканскими дорогами делают. Показуха. Шу болды, бәрі клиптерге түсірді, ЛРТ это типа памятник коррупции деді. Соның бәрін енді тынышталу үшін, бәрін аузын жауып тастау үшін, ақшаның бәрін алып сайқы салып жатыр. Показуха деп ойлаймын. Менің ойым. Ақшаның бәрін алып салып, олар жәйінде салып жатқан жоқ, сөйтен қайдан ақша шығару үшін істеп жатыр деп ойлаймын. Бірақ кеше көрдім видеоны, Құран оқытып, оны істеп жатқан кішкене күлкінішті нәрсе. Шын айтайын. Істейтін нәрсені тыныш істеу керек қой, өйтіп қатты шу көтерудің дымға керек емес деп ойлаймын. Егер мен министр емес бір беделді адам болсам, мені халық ести алатын болса, мен айтар едім, сол ашылса, егер сол ЛРТ ешкім отырмай қойсын сол жаққа деп, лучше таксимен или болмаса басқа нәрсемен барыңдар деп. Потому что олар жайдан жай салып жатқан жоқ оның бәрін. Ол бюджетті шығару керек одан кейін. Ертең қайтадан сондай болады, оның бағасы деген халықтың қалтасынан келетін нәрсе болмайды ол. Ертең бағасын қойып тастайды и бәленбай жылға уже план қойып тастайды, бюджет шығару керек деп. А оны шығара алмайды, кажется. Өйткені ана цифрларды қарағанда істеп жатқан дүниелері жаңағы бюджетке сай келмейді деп ойлаймын. Лучше сол каждый ЛРТ сол біздің батырлардың несін қойып сөйтіп памятник қалдыра салу керексің. Да? Жалпы Астанаға ЛРТ білмеймін. Астананың халық саны да көп емес, мысалы біздікіндей пробка жоқ. Білмеймін, менің ойым. Сол ақшаға мысалы біздің жолдарды жаса. Мысалы Алакөлдің жолы қанша жыл болды, Алакөлге бару біз проблема. Туризм біздің ең мысалы жақсы жерлеріміздің бірі. Алакөлдің суы жақсы, мысалы Ескөл дейді, Турция дейді, анау мынау. Өзімізде мысалы Алакөл бар, бірақ пойызбен барайын дейміз, августке дейін билеттер жоқ. Самолетпен ол шығыс жағынан ғана дейді, ал автобуспен бару жол жоқ. Сондай проблеманы шешу керек қой. Не, бүкіл ходовканы қалдырып кетесің Алакөлдің жолында. Больная тема. ЛРТ столько лет строят, еще никак не достроят. Ну уже как бы астанчане как бы без ЛРТ справляются. Столько лет справлялись и будут справляться, я думаю, ЛРТ не такой уж прям глобальный такой вопрос или там проблема. Если достроят в сроки и качественно, то похвала. А если нет, то пусть останется памятником коррупции. Мне кажется, это несоразмерные затраты, в принципе. ЛРТ намного дороже. Мне кажется, за ЛРТ можно было им город подарить. Я думаю, ЛРТ, потому что с квартирами можно решить проблемы по-другому, да?
у нас есть застройщики, и можно придумать какие-то льготы для них, потому что они бы могли бы подарить, например, эти квартиры. И это была бы некая благотворительность, а за благотворительность можно награждать в виде, например, каких-то налоговых льгот. Да? Для бизнеса это было бы выгодно в каком-то там среднесроке, долгосроке, а государство бы там какого-то за короткий момент смогла бы решить проблему вот эту социальную с многодетными матерями. Игорь Стермин Айналасхан дұрыс қой? Арине, арине. Квартира берген дұрыс. Енді ол елартын түкте қажеті жоқ бізге. Ол бас салды, тұрды, әлі ол бүгін өте мүдет нәрсе емес. Лучше сондай жағдайы жоқ, жанұяларға, семьяларға көмектескен дұрыс деп ойлаймын. Бір жерінен LRT-ін салса да, жарайды да, салды деп айтайық. Ана қанша ақша кеткен көріп кішкене ойланасың ғой. Мысалы, біздің сол кішкентай бір нәрсеге салынып жатқан ақша шетелдерде одан 2 есе, 3 есе, 10 есе үлкен дүниелер салынып жатыр да. Соны көріп кішкене ойланып қаласың. Оданша нағыз реально керек нәрсеге ақша жұмсалса дұрыс сияқты. Конечно, подарить квартиру малоимущим, которые нуждаются, у нас таких очень много, и это огромная помощь была бы со стороны государства. За? Абсолютно за. Не знаю, картошку раздавать, она еще 600 тенге стоит. Классно же, классно. Больше читайте. Я даже не знаю, это такой глобальный вопрос, знаете, это вопрос не что вы сказали антиваксерам, а как воспитать критическое мышление, мне кажется. Вообще, есть исследования, то есть для меня, например, я тоже был, у меня были сомнения насчет спутника, но я много читал новостей, и меня, например, переубедил огромный спрос в Европе на эту вакцину. Ну, для меня это, в принципе, аргумент был. Басында вакцина керек деді, барлығы салған, ол дұрыс деп ойладым да. Ал қазіргі жағдайда вакцина салғандардың өздері ауырып жатыр дейді ғой. Сол үшін кішкене ойланатындай дүние болып қалды. Жоқ, негізі түсініксіз просто ол нәрсе. Бізге даже дұрыс жетпей жатқан жоқ па, потому что жұмыста да айтып жатыр салыңдар деп, но көбісі білмейді, қорқады. Вакцина саламыз ба, салмаймыз ба. Кейбіреулер айтады, егер анам тірі болғанда мен оны көндіретін едім вакцина салдыруға деп айтқан жігіттер болды. Білмейміз. Одан бөлек те мысалы қазір вирус мутируется, мысалы индийский штамм дейді да. Қазіргі біздің вакцина соған төтеп бере ала ма? Сол сұрақ. Вакцина такая скользкая тема. Сейчас столько сейчас этот вирус мутируется, и бывает так, что нет, я задаюсь вопросом именно, прошлогодняя вакцина, которую делали по первому, да, по первой волне вируса, она защитит ли от, сейчас какой уже, третья волна идет, четвертая волна идет, вот тем более четвертая волна. Поможет ли она организму человеческому препятствовать, то есть блокирует ли он этот вирус? Принудительно не должно быть, потому что у людей все-таки бывают, допустим, хронические заболевания. Просто нужно это тупо. У него должен всегда стоять выбор, либо делать, либо не делать. Ну, самое первое. Я бы построил себе резиденцию с аквадискотекой. Да. И защитой от дронов еще обязательно. Второе. Я бы ввел налог на рост. Если выше 163, то плати государству. Ну, а то, блин, выросли, думаю, что им все можно, да, ужас. Третье. Ну, третье, думаю, должно быть что-то в дань уважения моим предшественникам. Да, в знак солидарности с их политикой, в знак безмерного уважения и солидарности я бы закрыл еще пару банков так, для прикола. Банков, да. Второго уровня. Ну, это такой тренд. У нас каждый год закрываются банки. Я решил его поддержать. Ну, Султан, от нас она вас ватим хоть. Да ничего тебе. Жоқ, қалжын.
Ойлонулса да? Не қиын сұрақ, потому что мен ақ қойшы, ондай жазайды бәрі қойшы. Бірінші білімді көтеру Қазақстанда. Өткені, неге көбісі шетелге барып қойды, шетелге барып кейін соң бізде ценит-ценит. Почему, да? Өзімізде сол білімді көтеру. Және, бізде жағы өнім деймі, қандай? Өндіріс жасалатын, өзімізде бар нәрсені өзіміз өндіріп, өзіміз өңдеп шығаруға. Үшіншіден, біздің мәдениетке көңіл бөліп. Өнер жағына, цел мәдениетке, культураға көңіл бөліп. Мен сразу бір нәрсе істеуге асықпайтын ем. Өйткені, білмей, менің ойымша, тек менің ойымша, көп нәрсені президент білмейтін сияқты. Сол үшін, власті отырған адамдар болады ғой, президенттен басқа. Соның бәрін қарап шығуға талап ететін. Екіншіден, халыққа жақын болуға, мысалы, біздің халықтың да жан айқайын естіп жатқандар шамалы. Мысалы, үстіге дейін бармайды. Соның бәріне жол жасайтын ем. Ашық жол жасайтын ем. Содан кейін басқаларына көре керек. Чиновниктарын балаларын өші шетелге жібермей көрек негіз. Иә. Егер чиновниктарын балалары шетелге кетпей осы Қазақстанда оқитын болса, олар өздерінің балалары үшін жағдайын бәрін жазайтын еді. Менің ойым. Сонымен автоматически көтеріліп кететін сияқты кішкене жағдай. Если бы стал бы президентом, наверное, я бы сделал бы, чтобы власть все-таки была не у президента, не у одного человека, а у парламента. То есть одна голова хорошо, а 20-30 это лучше, намного лучше. То есть какие-то реформы, да, какие-то законы, чтобы все согласованно прописывали, нежели там один человек выступит, я это хочу, все, надо делать. Второе, я бы все-таки уделил бы больше внимания медицине. Прям вот становлению медиков, чтобы они получали заграничный опыт, потому что это очень актуальная тема во все времена, во все века медицина, она всегда была в топе. Я бы все тотально, это не три вещи, это все. Я бы все поменял бы, всех убрал бы, все. У вас 30 лет, вы ничего не сделали, все, проиграли. То есть ваше время истекло, вам дали время, все, не получилось, все, до свидания.